Вакцинация от сезонного гриппа продолжается в Одинцовском округе. Чтобы сделать прививку по месту прикрепления, нужно получить направление терапевта или педиатра. Еще одна возможность – посетить мобильный фельдшерско-акушерский пункт, который продолжит работу в населенных пунктах муниципалитета до конца ноября. Грипп – коварное заболевание, напоминают медики. Если не принять необходимых мер защиты, можно получить опасные для здоровья осложнения.